Привет, друзья! Меня зовут Сергей Шевченко. И сегодня в нашей рубрике «Воздушная радость» с шарами фирмы Simpartex я с вами сделаю декоративный цветок. Для работы мы с вами будем использовать, конечно же, колумбийские шары. В данном случае, друзья, я получил потрясающую посылку. 14 сердца, зеркальный блеск, фуше. И сразу же с вами захотел сделать такой потрясающий цветок. Если мы на него посмотрим, мы увидим, что наш с вами цветок делится на две части. Нижняя часть и верхняя часть. Нижняя часть мы с вами сделаем 14 сердца, 6 лепестков. Верхняя часть мы с вами сделаем. Мы будем с вами использовать 12-дюймовый шар, зеркальный блеск золота. И у нас с вами уйдет 8 штук. Если мы с вами помним, как мы с вами делали тюльпаны, мы связывали лепестки между собой. По такому же самому принципу будем с вами делать этот цветок. Давайте возьмем наши 14 сердца. Обалденные сердца. Я вам, конечно, рекомендую их использовать. И раздуем насосом по 260. Я сделал с вами 12 полных ходов. 12. Свяжу его возле горловины шара. Давайте немного примнем наш шар. Помяли. Для чего? Нам будет в дальнейшем будет удобнее связать их между собой. Давайте сделаем вторую заготовку, второй лепесток. 12 полных ходов. Помнем наш шар. Прям по максимуму. И давайте свяжем их между собой. Но! Я не буду использовать второй шар. Я предварительно сделал заготовку, чтобы ускорить наш с вами процесс. 5 штук. И 6 я буду связывать. По такому же принципу, как мы с вами связывали тюльпан. Вот связываем. Натягиваем. У нас с вами вот такой зазор получается, да, вот сколько можно связать. Вот. Смотрите, что с вами получается такой вот узел. Плотно-плотно стягиваем. Давайте помнем. И замыкаем нашу с вами цепочку. У нас с вами получилось 6 сердец, 14 дюймов, по 12 полных ходов. Вот и мне часто сейчас пишут, знаете, вот в сообщениях, что не получается связать между собой сердца. Конечно, для этого нужна будет практика. Еще, друзья, если у вас не получается их связать между собой, вы можете сделать привязки. Вы можете сделать внутренние привязки, вы можете сделать внешние привязки. Если у вас привязки займут большое время, вы можете сделать отщипы. Как мы с вами делали ирисы. Нижние лепестки. С помощью двух отщипов вы можете соединить между собой. Но в этом случае я, конечно, с вами свяжу. Давайте зафиксируем наши лепестки, чтобы они у нас не болтались. Что я буду делать для этого? Я возьму пятерку и насосом по 260 сделаю 0,5 ходов. 0,5. Переломаю на две половины. Мне понадобится 6 штук. Давайте зафиксируем наши лепестки. По какому принципу? Вот я беру пятерку, ломаю на две части, на две равные части и пронизываю между сердцем и один раз перекручиваю. И так, друзья, делаю по всему кругу. Предварительно сделал заготовки. Давайте выровняем. Пятерки мы с вами, ломаная пятерка, развернем во внутреннюю часть нашего лепестка, нашего цветка, в середину, в самый центр. Разворачиваем. Вот такая у нас с вами получилась заготовка, да, вот. Уже практически готовый цветок, друзья. Что мы с вами будем делать дальше? Давайте сделаем центр нашего цветка, середину. Основание нашего цветка. Для этого буду использовать 6-дюймовый линколун розового цвета. Предварительно я сделал две пары. Мне еще останется две сделать. Я беру насосом по 260, я делаю 2,5 хода. Раз, два.
связываю возле горловины шара, беру второй, связываю возле горловины и связываем между собой за хвостики нашего линколуна. Прям плотно-плотно притянули друг к дружке. И у нас с вами получилось три пары. Один линколун на один лепесток. Если у вас будет, если мы посмотрим на образец на верхний, мы увидим, что у нас 9 лепестков. Значит, что? У меня получилось сзади 9 линколунов. Если у меня 6, значит 6. Если у меня 5, значит 5. Давайте между собой их перекрутим. Несколько раз перекрутили. Одна пара, вторая пара, третья пара. Давайте сделаем как ромашку, да, насколько такой цветок. Такая вот заготовка. Возьмем две пятерки по 0,5, предварительно, которые сделал заготовки. Пронизываем между собой. Через каждую. Пронизываем. Берем вторую. Вот у нас с вами получилось. Но мы взяли одна ломаная пятерка, вторая ломаная пятерка. У нас с вами уйдет еще по... Еще две ломаных пятерки. Вот предварительно сделал заготовки. И мы сейчас пронизываем, да, вот через первую ломаную пятерку. Для чего мы с вами это делаем? Чтобы сейчас, чтобы у нас выставить, как солнышко, да, чтобы у нас стояло, чтобы лепесток к лепестку. Вот четверка, такой кластер получился вот у нас с одной стороны. И повторим аналогично со второй стороны. Смотрите, да? Раз, два. Давайте возьмем нижний ярус наших лепестков и привяжемся, да, с помощью горловины линколуна 6-дюймового, привяжемся к ломаной пятерке. Смотрите, вот так вот зафиксируем каждому один линколун к одной ломаной пятерке. Перекручиваемся за горловину. Я вот возьму так, смотрите, и перекручусь. Не привязываем, просто вот несколько раз перекрутили. Раз. И так мы с вами сделаем по всему кругу. Его уже можно использовать в оформлении. Но нет, не в этом случае, не сегодня, друзья. Давайте еще немного с ним поработаем. Если мы с вами посмотрим, мы увидим, что ободки нашего нижнего лепестка, в данном случае 14 сердца фирмы Simpartex, обалденный шар, просто я не могу налюбоваться. Я, вы знаете, этот шар и был создан для этого цветка, друзья. Вот честное слово. Давайте возьмем 260-й. Зеркальный блеск золота. Нам с вами понадобится 4 штуки. Предварительно сделал заготовки. Я еще одну возьму. И вытяну на шар. Конечно, друзья, это не моя фишка, это не моя идея. Это мне один очень хороший человек подсказал, как это делается. И я очень часто это использую в своих работах. И стал меньше использовать 160-х шаров. 160-х. Мне проще взять 260 и вытянуть его. Это очень удобно. Давайте вытяну. Как я буду делать? Я возьму 260. Наступлю на него. Вот прям наступили. Немного вытянули вот. И раздуваем насосом по 260. В чем преимущество, да? Он стал немного тоньше, почти как 160 шар и длиннее. Нам то, что надо, да? Вот даже можно немного вытянуть. И таких у нас с вами уйдет 4 штуки. Давайте возьмем нашу заготовку под цветы, нижний ярус. Горловина 260-го. Зеркальный блеск золота. Фиксируем, да, вот я привязался. Несколько раз перекрутил к ломаной пятерке. Вот несколько раз я перекрутил, то есть зафиксировался к ломаной пятерке. Поднимаю, да, вот я поднимаю к нашей горловине 14-го сердца. Переламываю, делаю два пинча, один пинч, второй пинч и притягиваю, да, стягиваю его с горловиной 14 сердца. Несколько раз я перекручиваю вокруг наших пинчей и возвращаемся к ломаной пятерке. У нас с вами уйдет 4 штуки. И такую мы с вами процедуру, друзья, делаем по всему кругу.
Вот такая вот заготовка, нижний ярус нашего цветка у нас с вами получился. Но если мы посмотрим, мы увидим просветы, да? Вот у нас есть такие небольшие просветы. Для этого что я буду делать? Использовать. Я буду использовать 360 цвета фукси. Можно использовать цвет фукси, можно использовать любой цвет, который у вас есть. Но если мы посмотрим, у нас будут небольшие просветы. Желательно использовать цвет фукси. Нижний ярус можно использовать другого оттенка. Линколуны можно использовать тоже другого оттенка, друзья. Как мы будем делать с вами эту коробку? Привязываемся с вами к пятерке, к ломаной пятерке. У нас с вами уйдет 2360 к ломаной пятерке. И что не менее важно, друзья, с помощью 360 мы с вами можем уменьшить наш цветок, коробку нашего цветка. Как мы это будем делать? Мы будем переламывать небольшие кусочки, да, вот сколько здесь, ну, 7 сантиметров даже, 10 сантиметров. И натягивая, да, мы будем стягивать, вот плотно натягиваем, раз. Вот, чтобы у нас она провалилась, да, вот вовнутрь, под лепесток. Не на лепесток, а под лепесток. И так мы с вами делаем с лицевой стороны по всему кругу и с задней стороны по всему кругу. И у нас с вами уйдет 2 штуки. С лицевой стороны я сделал один раз. Разворачиваю с обратной стороны. Можно не использовать с обратной стороны, но если есть такая возможность, то обязательно сделайте. У вас лепестки будут более плотно, да, стоять. Он будет более такой, знаете, вот массивный такой цветок. То есть он не будет ни вправо, ни влево. По такому же принципу мы с вами делали с передней стороны, с лицевой стороны. Тоже делаем немного покороче куски, немного покороче переломы. И стягиваем, знаете, вот как притягиваем плотно друг к другу. Что мы делаем с вами дальше? Пятерки, которые у нас сломаны, уведем их в обратную сторону, да? Всех уведем назад полностью. Они нам уже здесь, с этой стороны, не понадобятся. Уводим их. Если мы посмотрим с вами, мы увидим, да, что у нас лицевая сторона и коробка наша ушла. Она как выгнулась в заднюю часть нашего цветка, то есть в обратную часть нашего цветка. Для чего мы это будем делать? Потому что в дальнейшем, когда будем крепить второй ярус наших лепестков, нам надо, чтобы они провалились вовнутрь, знаете, как не вышли, а как вовнутрь утопить их по максимуму. И, конечно, не забываем, 300 мы с вами делали небольшие кусочки, да, по минимуму. Для чего? Чтобы они ушли у нас во внутреннюю часть, то есть не на лепесток, а вот в плоскость толщины лепестка, да, то есть толщина сердца, вот. Не на сердце, потому что если он у вас будет большого размера, вы найдете на сердце и вы спрячете, вы просто спрячете такое красивое сердце, друзья. Не рекомендую. Давайте, что мы сейчас с вами сделаем? Давайте возьмем 260 любого цвета, в данном случае я буду использовать 260 красного цвета, и просто пропущу ее через коробку. Для чего? С помощью этого 260-го мы с вами и будем в дальнейшем крепить наш цветок к нашей или стойке, или этого, или арка, или стойка, или как в данном случае это у нас будет оформление эти с вами на каркасе. Вот, все. Вот с помощью вот этого 260 мы и будем крепить наш цветок. Он мне уже нравится, вот честное слово. Он уже имеет право существовать как самостоятельный элемент декора. Можно сделать яблоко и отдать его заказчику, клиенту. Но нет, друзья, мы не ищем легких путей сами. Давайте что сделаем? Давайте усложним наш цветок. Для этого буду использовать, если мы посмотрим с вами на образец, мы увидим центр, да, самая середина нашего цветка. Это у нас будет идти зеркальный блеск, лайм. И вовнутрь я в него вставлю в любой другой цвет, какой он будет, какой у вас есть под рукой шар, 12-й. Для чего? Чтобы он был более плотный, да, вот, чтобы он шар в шаре.
Потому что мы будем в дальнейшем и крепить наш второй ярус цветков к этому, к данной середине нашего цветка. И она должна у вас более плотная такая быть. Берем, я в данном случае буду использовать перламутр 12 фирмы Simpertex. Вставляю его 12 зеркальный блеск Lime. И делаю сами насосом по 260. Раз, два, три, четыре, пять. Я сделаю сами 5 полных ходов. Свяжу его. Но не возле горловины. Можно даже немного нажать на него. Он у нас вот такой красивый, он сразу цвет вытягивается. Да? Если его горловины свяжу, он какой-то такой вот сильно насыщенный цвет. Не придет этот блеск. Я вот немного вот стяну его. Свяжу. Вот к этому центру, это есть центр нашего цветка, мы и будем с вами крепить второй ярус наших лепестков. Давайте сразу зафиксируем его. Я его вот вставляю вовнутрь. Вот вставили. Под натяжкой, плотно-плотно прям прижали. И с обратной стороны, если посмотрим, я несколько раз их перекручу. Вокруг ломаной пятерки. Вот несколько раз перекрутили. Не надо даже завязывать. Можно завязать, можно оставить так. Я оставлю. Вот. Вот такой вот. Такой вот центр получился у нашего цветка. Давайте сделаем что с вами? Последний штрих, друзья. Это мы с вами сделаем второй ярус наших лепестков. Для второго яруса мы с вами будем использовать 12 зеркальный блеск золота. У нас с вами будут идти 4 пары по 2 шарика. У нас с вами уйдет 8 шариков. Мы с вами насосом по 260 раздуем 5 полных ходов. Раз, 4, 5. Свяжем его, друзья, возле самой горловины шара, возле самой-самой горловины. Давайте возьмем второй. 5 полных ходов возле горловины. Давайте немного помнем. Центр шарика мы с вами что сделаем? Сделаем отщип. Вот такой пузырь будет достаточно. Давайте возьмем второй. Я его зафиксирую в пальцах, чтобы он мне с вами не раскрутился. Беру второй. Немного примну его. Абсолютно немного. Примяли, примяли. И делаем отщип, друзья. Между собой перекрутили несколько раз. Делаю отщип. Между собой несколько раз перекрутили. Мы с вами связали возле самой горловины. Для чего? Чтобы вытянуть, да, наш 12-й шар. Давайте вот вытянем его. Такая интересная форма. Вот вытянем. И свяжем между собой. Это мы с вами делаем второй ярус нашего цветка. Связали между собой. Я даже один пузырь, который мы с вами сделали отщип, перекручу, пропущу через центр, то есть между нашими шарами, между нашим лепестком. Вот один раз перекручу. Для чего? Чтобы у меня в дальнейшем не размотались наши пузыри. То есть не раскрутились. Вот. Оп. И несколько раз еще раз перекручу между собой. Я буду уверен, что у меня он не раскрутится, да, вот не распадется наш лепесток. Как мы будем фиксировать наш второй ярус? Друзья, мы будем с вами пронизывать его через наш 12-й зеркальный блеск лайм. Пронизываем. Вот, пронизываем, пронизываем, пронизываем. О, вытянули даже. И так мы с вами делаем 4 раза. Еще, то есть, еще делаем 3 раза. Давайте с вами что сейчас сделаем? Давайте помоделируем наш цветок. Давайте вот немного поправим центр, вот наши лепестки верхние, второй ярус наших лепестков. Золото. Зеркальный блеск 260.
Можно вот немного так вот расширить наши лепестки. Вот немного-немного вот так вот. Пинч, который мы с вами сделали, провалить вовнутрь, чтобы у нас был. У нас тогда с вами будет немного пошире, да? Вот у нас будут более лепестки. Можно сделать острые лепестки, можно сделать более раскрытый, широкий лепесток. Это уже, конечно, будет зависеть, как вы захотите, да? Даже какую вы цветовую гамму захотите сделать. Где я буду использовать данные цветы? Органическая арка. Они могут идти как самостоятельный декор. Можно очень красиво, если видели, есть фонтаны, да, вот фольгированный фонтан, и снизу украшать таким одним цветком. И очень эффектно смотрится. Поверьте, ваш клиент будет просто в восторге. Ну и, конечно же, друзья, все это благодаря 14 шарам фирмы Simprotex. Это новинка этого сезона. Я надеюсь, что я еще не раз удивлю вас. Что-то под эти шары сделаем вместе с вами. Я вас крепко-крепко обнимаю, целую и жду новых встреч. До скорой встречи, друзья. We'll be right back.